Иванов, а на что тебе ледорубы? Ой, как стрёмно! Это уже вошло в привычку. Иванов, он потрескивает. Куда теперь с подводной лодки? Давай уж. Что же теперь делать? Рассказать туда. Нет, я просто не хочу на этот раз. Я жопу жалую. Я аккуратненько. Сейчас теплее, чем было. Иванов, тебе еще неопреновые трусы нужны. Слушай, ты подо мной все трещит. Сейчас она оторвется, и ты поплывешь. Тут рыбаки вчера сидели. А? Там на этом самом льду рыбаки сидели. Вот, рыбаки вчера сидели. Ребята, о, они там окурков набросали. Ой! Я поползу. Я по... Ой, я хрустил! Так, плашмя. Лёжа. Ложись на живот и давай. О! Тихо! Ничего так плавненько. Иванов, ты как морской котик. Летел тут. И Иванов, тебя течением сносит. Возвращайся. Хорошо. А теперь доставай ледорубы. Шикарно. Я ледорубы потерял! Так, вы нырять будете или нет? Я что-то не хочу сейчас нырять. У меня сегодня какое-то ненырятельное настроение. Иванов, а в тех носочках-то веселее было. Хорошо. Да, но зато мне сейчас не холодно, нигде. Ну ты прям тут запуск прошел, да? Еще разок, что ли, пройтись. Пока я не замерз! Мне понравилось! Ты можешь по той же дистанции, только быстрее. С разбегу. На утят. С разбегу. Да блин, тут не глубоко. Понимаешь, главное, головой одно не стукнуть. Дай руку Наташе. Ой. Или ты Наташу затащи. Наташу затаскивай. Ничего, можешь выставить. Я думаю, может, Наташа залезет. Нет, все.